Дмитрий Демешин победил на выборах губернатора Хабаровского края. Перспективы судостроения в Хабаровском крае обсудили Дмитрий Демешин и Денис Мантуров. В Рио губернатора подвел итоги работы делегации Хабаровского края на полях ВЭФ-2024. Вопрос ремонта и содержания дорог в регионе рассмотрели на расширенном заседании правительства края. Фестиваль «Арсеньев Лайв» собрал в краевой столице 52 тысячи зрителей. Над 9 регионами России сбили 144 беспилотника. В Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым. В США прошли предвыборные дебаты Камалы Харрис и Дональда Трампа. Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украины. Новости Хабаровского края. На заседании Президиума правительства региона подвели предварительные итоги прошедшей избирательной кампании. Голосование проходило в 3 дня с 6 по 8 сентября. На досрочных выборах губернатора региона победил Дмитрий Демешин. За него проголосовали 81% избирателей. Что касается кампании в Краевую законодательную думу, то 12 мандатов было распределено по итогам голосования за политические партии, а 24 по итогам выборов по одномандатным округам. За политические партии голоса распределены следующим образом. Партия «Единая Россия» с результатом 45,93% заняла первое место. Второе место у партии ЛДПР 16,75%. Третье место получила партия КПРФ с 12,59%. Дмитрий Демешин отметил, что кампания прошла на высоком уровне. Он лично убедился в этом, побывав на 5 избирательных участках в Хабаровске и посетив Центр общественного наблюдения за выборами. Глава региона поблагодарил команду правительства края, глав муниципалитета, членов избирательных комиссий и краевого избиркома, наблюдателей за проведенную работу. По словам Дмитрия Демешина, результат выборов – это результат доверия президенту, власти и подтверждение высокого общественного запроса на справедливость и защиту интересов людей. Глава региона Дмитрий Демешин и первый вице-премьер Денис Мантуров осмотрели производственные мощности хабаровских предприятий и обсудили планы развития. В их числе Хабаровский судостроительный завод, «Соник Транс», «Проммаш», «Аэрохит» и одно из предприятий ОПК, занимающееся ремонтом военной техники. По итогам рабочей поездки Денис Мантуров провел двустороннюю встречу с врио-губернатора края Дмитрием Демешиным. В частности, по Хабаровскому судостроительному заводу договорились о создании программы развития пассажирского судостроения по тем отработкам, механизмом, которые есть в Минпромторге в части льготного лизинга и по созданию линейки не только региональных пассажирских перевозок, но и межрегиональных. Денис Мантуров также отметил, что по компаниям «Соник Транс» и предприятию, которое занимается ремонтом военной техники, принято решение об использовании ресурсов Фонда развития промышленности, агентства по технологическому развитию. Кроме того, правительство России поможет сформировать консолидированный заказ по производству багги. Помимо этого, также будет оказана максимальная поддержка по производству беспилотных летательных аппаратов. В Рио губернатора края Дмитрий Демешин в ходе заседания Президиума правительства края подвел итоги работы делегации Хабаровского края на полях Восточного экономического форума 2024 в рамках привлечения инвестиций в экономику Хабаровского края и укрепления связей с регионами России. На ВЭФ были проведены деловые встречи с руководителями ведущих компаний страны и промышленных предприятий, федеральных министерств и ведомств. Итог работы – 27 подписанных соглашений на сумму 860 миллиардов рублей. По итогам заседания президиума Дмитрий Демешин поручил профильным зампредам правительства, министрам, главам муниципальных образований взять на контроль и сопровождение вопросы, которые были озвучены в рамках пленарного заседания на ВЭФ президентом Российской Федерации. Вопрос ремонта и содержания дорог в Хабаровском крае рассмотрели на расширенном заседании правительства региона. Совещание с участием глав районов и руководителей всех краевых министерств и ведомств провел в Рио губернатора Дмитрий Демешин. Объем дорожного фонда региона в 2024 году составляет 9,2 миллиарда рублей. Средства фонда расходуются в первую очередь на содержание, ремонт и реконструкцию дорог, а также на финансовую помощь муниципалитетам на дорожную деятельность. В 2024 году приводят в нормативное состояние 100 километров дорог. В планах на 2025 год ремонт более 90 километров региональных дорог, в том числе 26,5 километров на трассе Селихино-Николаевск-на-Амуре. Как отметил Дмитрий Демешин, Министерству транспорта и дорожного хозяйства нужно обеспечить контроль и необходимую помощь муниципалитетам в этой работе. Среди предложений по повышению эффективности работы в сфере дорожной деятельности по итогам рассмотрения вопроса повестки выделить в муниципальных
всех дорожных фондов маневренные средства в размере не менее 20% от объема фонда. Также в числе предложений увеличение финансовой поддержки муниципалитетов. Относительно дополнительной финансовой поддержки районам Дмитрий Демешин заявил, что предложенные цифры необходимо увеличить и поручил проработать вопрос Министерству транспорта совместно с краевым Минфином. Третий музыкально-просветительский фестиваль «Арсеньев Лайв» в этот раз был посвящен сразу нескольким круглым датам. 150-летию великого художника Николая Рериха, столетию поэта, музыканта и певца Булата Акуджавы и 50-летию Байкала Амурской магистрали. Свое выступление зрителям подарил заслуженный артист России скрипач Граф Муржа, а лауреат международных конкурсов солист приморской сцены Мариинского театра Сергей Севастьянов своим объемным басом стянул толпу благодарности. Благодарных зрителей к сцене на площади Ленина. После 9 вечера битком набитая площадь Ленина слилась в едином многоголосье, подпевая песни группы «Любэ». По традиции двух предшествующих фестивалей к завершению программы публика насладилась 3D-мэппинг-шоу. На 10 минут мэппинг-шоу перенесло зрителей в красочный мир гениального российского художника Николая Рериха, а после окунуло в историю строительства БАМа. Всего «Арсеньев Лайв» собрал 52 тысячи зрителей в Хабаровске. Еще 2 с лишним миллиона человек посмотрели онлайн-трансляцию. Новости России. За ночь на 10 сентября силы ПВО сбили 144 беспилотника над 9 регионами России, сообщило Министерство обороны. Больше всего дронов сбили над Брянской областью – 72. В подмосковном Раменском дроны попали в жилые многоэтажки. Погибла женщина. 13 человек пострадали. В подъезде, в которых попал беспилотник, пострадали 54 квартиры из 102. На высоковольтной улице загорелись 5 балконов, однако на квартиры огонь не распространился. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва подготовит политическую оценку происходящего и сообщит об этом международным организациям. 11 сентября в концертном зале «Планета КВН» в Москве состоялась церемония прощания с телеведущим Александром Масляковым. На траурном мероприятии присутствовали многие знаменитости. Телеведущий ушел из жизни 8 сентября в возрасте 82 лет. Сообщалось, что причиной его смерти стал рак легких. Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище. Напомним, что Масляков с 1964 года являлся бессменным руководителем и ведущим до 2022 года телепередачи «КВН». Он получил множество наград, ему было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Новости мира. В ночь на 11 сентября прошли теледебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Состоявшиеся дебаты стали свидетельством разногласий по ключевым проблемам внутренней и внешней политики страны. В ходе дебатов, как отмечают СМИ, стороны обменялись колкостями и неоднократно обвиняли друг друга во лжи. Главное – конфликт на Украине. Трамп заявил, что хорошо знает Владимира Путина и Владимира Зеленского. Они его уважают. При этом Трамп дважды уклонился от вопроса, хочет ли он победу Украины. Экономика. Трамп возложил на демократов ответственность за рост инфляции, а Харрис обвинила экс-президента в величайшей безработице со времен Великой депрессии. Поток миграции. Харрис заявила, что Трамп усугубил миграционный кризис на южной границе США. Трамп возложил всю вину на демократов и заявил, что в случае избрания Харрис США превратятся в Венесуэлу на стероидах из-за всплеска в преступности. Война Израиля с Хамас. Харрис заявила, что Израиль имеет право на самооборону, отметив при этом, что единственный путь – соглашение о перемирии и освобождении заложников. Трамп сказал, что Харрис ненавидит Израиль и предположил, что в случае ее избрания президентом еврейское государство перестанет существовать в течение 2 лет. После дебатов экспресс-опрос CNN показал уверенную победу Харрис над Трампом – 63 против 37%. Швеция объявила о новом пакете военной помощи для Украины на 443 миллиона долларов. В этот транш помощи вошли в том числе снаряды калибра 40 мм для ранее переданных боевых машин пехоты, камуфляж для бронетранспортеров ПБВ-302, противотанковые мины, переносные ЗРК Robot System 70, 6 боевых катеров Combat Boat 90. По данным Минобороны Швеции, с февраля 2022 года Стокгольм предоставил Киеву военную поддержку на 4,6 миллиарда долларов.